Супергрузовик. Погоня началась. И похоже, что Тайлер скроется от автомобильного патруля. Если он не снизит скорость, он точно куда-нибудь врежется. Гектор, развернись! Мэтт, Фрэнк, поворачивайте в следующий съезд, или вы его потеряете. Отлично, они его догоняют. Погодите, куда этот Тайлер направляется? Ой-ой, кажется, Тайлер потерял управление. И только один автомобиль может ему помочь. Гектор, лети и вызывай скорее супергрузовика. Карл, автопатрулю нужна твоя помощь, и поскорее. Они преследовали Тайлера, который ехал очень быстро, но он попытался скрыться, съехав с горы. Но теперь он не может остановиться. Думаю, монстр-трак – прекрасная идея. Ух ты! Ты только взгляни на эту подвеску! Резиновый бампер. Потрясающе. А это должно быть понадобится, когда ты поймаешь Тайлера. Ну что ж, поехали ловить его скорее, до того, как с ним что-нибудь случится. Супергрузовик, он поехал вниз с этой горы. Будь осторожен, здесь много кочек. Не волнуйся, Тайлер, супергрузовик уже в пути. Супергрузовик, что ты делаешь? Тайлер же врежется в тебя. Ну, конечно, ты использовал свои передние колеса. Идеальный способ остановить Тайлера. Ты в порядке, Тайлер? Хорошо, супергрузовик отвезет тебя обратно наверх. Итак, все готово, супергрузовик. Отличная работа, супергрузовик.
Тайлер, ты мог попасть в серьезную аварию, если бы супергрузовик не приехал и не спас тебя. Такая быстрая и безответственная езда может быть очень опасной. Хорошо, что ты усвоил урок и остался цел. До новых встреч, ребята! Береги себя, Тайлер! Супергрузовик! Привет, Кэрри! Кажется, ты чем-то обеспокоена, да? Предстоит день автомобильного города, и ты хотела сделать огромный торт для всех его жителей, но работы так много, что ты не справляешься в одиночку. О, нет, бедняжка! Почему бы тебе не попросить у супергрузовика помощи? Давай так и сделаем! Он мигом тебя выручит, вот увидишь! Ух ты! Это твоя тайная пещера! Теперь ты можешь трансформироваться! В кого ты будешь трансформироваться, Карл? В автокухню! Карл, трансформируйся! Вау! Супергрузовик! Выглядишь потрясающе! Теперь пора поторопиться и спасти Кэрри. Эй, Кэрри! О, нет, не плачь! Супергрузовик уже едет к тебе на помощь. Смотри, а вот и он! Теперь вы вдвоем сможете закончить приготовление торта и присоединиться к празднованию. Отлично! Вы замесили тесто. Теперь нужно поместить его внутрь чудо-аппарата супергрузовика, и торт приготовится автоматически. Здорово! Только посмотрите на него! Аппарат сделал из теста торт! Кэрри, тебе осталось только украсить его! Ты очень талантливая, Кэрри. Ты права, не получилось бы сделать это без супергрузовика. Спасибо тебе, супергрузовик.
А теперь начинаем вечеринку! А вот и мы, друзья! Смотрите, что привезла Кэрри! Эй, а куда делся супергрузовик, Карл? Кто-нибудь видел супергрузовик? Даже ты не видел, Карл! Ну и ладно! До скорой встречи, друзья! Супергрузовик! Какой чудесный денек для игры! Осторожно, малыш Фрэнсис! Малышка Пикл бьет по мячу! Ух ты, какой удар! Ой-ой-ой! Это был ваш единственный мяч? Ну ничего страшного, малыш Чарли, мы что-нибудь придумаем! Отличная идея, малышка Пикл! Супергрузовик точно знает, что делать! Ты видел этот фейерверк, Карл? Ты знаешь, что делать. Ух ты! Это невероятно! Супергрузовик! Ты теперь автокран! Мячик малышей застрял на крыше. Ты можешь его достать? Ребята, супергрузовик приехал на помощь. Мячик вон там. Малыш Фрэнсис, если супергрузовик тебя поднимет, ты сможешь посмотреть, что там наверху? Малыш Фрэнсис, держись! Вот так! Отлично! Ты хочешь достать мячик? Залезай внутрь, малыш Чарли. Давай достанем твой мяч. Здорово, не так ли? Не вышло. Ну не переживай, малыш Чарли. Ты можешь попробовать еще разок.
Молодчина! Прекрасная командная работа, друзья! Супергрузовик, хочешь тоже поиграть? Ух ты, какой удар! Эй, а куда уехал супергрузовик? Супергрузовик снова выручил нас. До свидания, малыши. Веселитесь! Супергрузовик! Ух ты! Смотрите, как Пенни летает в небе! Доброе утро, Пенни! Чем планируешь заняться? О, ты доставляешь груз Карлу, а потом у тебя будет еще одна доставка. О нет, Пенни, будь осторожна! Нет! Вот дела! Пенни ударилась о землю с такой силой, что у нее сломалось шасси. Смотрите, там Эмбер и Карл. У Пенни твой груз, Карл. Но она не сможет доставить твой груз, Эмбер. Ох, бедняжка Пенни. Отличная идея, Пенни. Давай позовем супергрузовик на помощь. Куда ты собрался, Карл? Вау, потайной ход! И он ведет к твоей тайной пещере! Какая восхитительная пещера! В кого будешь трансформироваться, Карл? Трансформируйся, Карл! Ух ты! Ты выглядишь в точности как самолет! Полетели! Так как поблизости нет аэродрома, тебе придется использовать эту дорогу в качестве взлетной полосы. Здесь нет ни домов, ни машин, так что она как раз подойдет. Приготовься к взлету! Ты летишь, супергрузовик! Там Фрэнк! Смотри, а вот Мэтт, он только что остановил лихача. Давай, пора забрать груз. Вот мы и на месте, супергрузовик. Тебе нужно отвезти эти коробки, Эмбер.
Отлично! А теперь полетели обратно в аэропорт. Смотри, Карл, это аэропорт. Эмбер и Пенни уже ждут тебя. Супергрузовик появится в любую минуту, Эмбер и Пенни. Его не было некоторое время. Отличная посадка, супергрузовик. Давай выгрузим коробки. Ух ты, прекрасно сработано. Вот так, Пенни, тебе стало лучше? До встречи, Пенни! Прекрасная работа, супергрузовик! Спасибо, что выручил нас! И, пожалуйста, передай благодарность от нас Карлу, как только увидишь его! До встречи, друзья! Трансформер Карл. Привет, Мэтт! Похоже, ты куда-то спешишь. Ух ты! Эта гоночная машина едет слишком быстро. Мы должны остановить ее, чтобы не случилась авария. Оу, что случилось, Мэтт? У тебя поломка? О, нет, похоже, мы упускаем нарушителя. Карл, ты видел это? Давай остановим этого гонщика ради Мэтта. Давай поспешим, Карл, а то наш нарушитель уйдет. Итак, Карл, в какое транспортное средство ты будешь трансформироваться? Конечно, в полицейский грузовик. Время трансформироваться, Карл. Прекрасно, супергрузовик! Теперь мы готовы к погоне! А сейчас давай же отыщем гонщика-нарушителя! Где же он может быть? Последний раз его видели на трассе. Давай проверим там. Ну вот мы и на трассе. Где же наш нарушитель? Супергрузовик, смотри, вот он. Нужно его догнать.
Эй, ну-ка притормози, ты мчишься слишком быстро. Супергрузовик, нарушитель тебя не услышал. Нужно его немедленно обогнать и принудить остановиться. Отлично идешь, супергрузовик. Быстрее! Давай обгоняй его! Хе-хей! Прекрасная работа, супергрузовик! Я должен сообщить Мэтту, полицейскому, что все под контролем. Огромное тебе спасибо, супергрузовик! И, пожалуйста, обязательно отблагодари Карла за то, что послал тебя на помощь. Скоро увидимся снова, друзья! Супергрузовик! Бррр, на улице так холодно, не правда ли, Бобби? Я не знаю, безопасно ли по такой погоде быть на воде. О, нет, Бобби, на реке очень много льда. Это айсберги. Здесь, похоже, очень узко. Ты уверен, что сможешь пройти тут? Осторожно! О, нет, Бобби, ты поранился. Ты в порядке, Бобби? Держись, Бобби. Смотри, вон там Сэм. Сэм, Бобби нужна помощь. Он застрял между двух айсбергов. Ты не мог бы позвать супергрузовика на помощь? Эй, Карл, с Бобби приключилась беда. Он застрял во льдах. Ты можешь помочь ему? Какое транспортное средство ты будешь трансформироваться, Карл? Ух ты! Ты теперь ледокол, супергрузовик! Вперед! Держись, Бобби! Супергрузовик уже здесь! Он двигается очень быстро и разбивает весь лед на маленькие кусочки!
Вот буксирный трос, Бобби. Хватайся за него. Сэм, ты можешь поехать за Томом? Нам нужно отвезти Бобби в гараж. А вот и Том, Бобби. Он позаботится о тебе. Молодец, супергрузовик. Ты просто чудо. Ну что ж, я думаю, тебе пора, супергрузовик. Спасибо за то, что спас Бобби и разбил весь лед на реке. Теперь она безопасна для всех лодок. До свидания, друзья.